Цвет настроения черный. Слушай, может быть, реально Киркорова пригласим к себе? Возле огня потанцуют на лобном месте. Так мы и хайпанем, ну. Мотор. Могли бы рейтинги поднять. Здравствуйте, это я, Олег Бузов, и телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Ищут, ищут, а найти не могут. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Так, все, подрыгались, хватит, у нас вообще-то эфир. Алло, Филя, привет, ну как же? Короче, есть классная идея записать новую песню дуэтом. Будет называться «Цвет настроения лобный». Как тебе? Алло? Ой, да больно надо! Именно сегодня мы разберем самую скандальную ситуацию на телепроекте «Дом-2», которая может произойти буквально сейчас, если Киркоров не закончит записывать со мной песню. Вот клянусь! И это был телепроект «Дом-2». Что-то мы вообще сегодня ничего не записали? А, пох! Ну что, ребят, по бара, по цвету настроения черному? Цвет настроения черный!